Всем привет, народ! С вами Флейзин, Тики и Фантом, и сегодня мы поиграем в гоночки GTA 5 онлайн. Привет, друзья, всем! Ну все, так, я разъехался. Разъезжайся, так, я тоже. По разным сторонам поеду, я налево. Кто у нас голубенький? А я поехал один. Я тоже что-то. Получается, голубенький Паш. А ты синенький. Так, ушел. Голубенький. Ладно, я бро. Ты понял, да? Ну ты понял. Да. Ребят, главное не врезаться в друг друга, пока будем так трепать. Да. Кстати, мне кажется, вот за эту серию мы точно врезаемся в друг друга. Да не кархай, фу. Надо. Оу, мы встретились снова. Ах ты, Фантом уже, смотри. Почему? Аня, Фантом второй. Фантом? Ну я первый пока что, так, я направо поеду. Давай, я налево. Девочки налево. Мальчики направо. Девочки. Ой, ладно, хорошо, я направо. Я врезался. Я тоже врезался, но я вовремя. А я все нормально. Ой, Ванёк, привет. Я мимо. Ой, минус Ванёк. Так, пока что. Нет. Заборчик был. О, первое место, да, Паш? Не. Я на первом месте. Слушай, я бы мог, кажется, лоханулся сейчас, но я пока что нормально так, знаешь, веду. Да я видел, как ты лоханулся, меня чуть-чуть прям осталось тебя догнать. Да. Ой, что? Свидули, первое место. Нет. Yes. Что это было? Я даже не думал, что мы вот так вот встретимся. У тебя машина быстрее просто. Да. У меня машинка быстрее. Она прокачанная? О, да. Так, осталось 6 чекпоинтов, ребята, и... Да ты что делаешь? Нечаянно, сори, бро. Сори. Нечаянно. Я последний. Это неприятная ситуация. Когда будешь на вас полагаться, нож в спину засунете. Да. Так, ребята, пока что я первенький. У нас фантастик третий, а тихий. Стоп, а что я второй? Неплохие трубочки, неплохие. У меня это все, что я первый сейчас был. Ой-ой-ой! Нет! Паш, пока. Труба препятствий. А ты что такое вообще? Что за персонаж? Это, по-моему, это, да? Осьминог или кто? Да, скорее всего. Я даже не понимаю, кто это. Стоп, я что, третий? Нет, ребята! Да? Нет. Ты третий. Ты не мог быть третьим. А, я вторым. Так, ну, слушай, Тики, ну ты понимаешь, надо проиграть, как бы, да. Не буду я проигрывать. Да ты что? Вы понимаете то, что я третий еду? Это вообще ноу. Это плохо. Ну, ребята, тут финиш. Че, финиш уже видишь? Финиш? Да. Да ладно. Я уже около финиша стою. Ой, волрайт! Или что это надо было? Окей. Да, волрайт. Что? Волрайт? Ну я... Так, подожди, не финишируй, Ванёк там. Сказал волрайт? Да, нет. Там волрайт. Смотри, так. Перекрывает путь. А я не пущу на финиш, понял? Так. Я первый! Да. Ну все, друзья, у нас вторая гоночка. Ну что, пацаны, готовы? Мы, по-моему, все на красных машинах. Аня, кстати, втроём. Не, я синий. А, ты синенький. Ну ты у нас такой, знаешь, утёнок. Не выделяющийся из толпы, так сказать. Так. Вы просто посредственные, ребята. Так, слушай, пошёл. Да вы издеваетесь. Нормально, ребята, начало гоночки. О, ребят, смотри. Великолепное начало, я даже засрался. Слушайте, ой. У нас... Ну, Паша, капец, я говорю, вот нож в спину засунет в нужный момент. Я это говорил. Капец, и я последний, как всегда, блин. Ой, а я сейчас могу взорваться? По самолету через трубы. О, слушай, знаешь, мне что-то напомнило сейчас The Crew как-то вот этот переходик. А, ну такое. Есть такое. Не, вторую часть. Так, о, ничего себе. Вот этот переходик сейчас... Самолеты в лодке и так далее. Не-не-не, вот сейчас ты увидишь этот переходик, мне что-то он как-то напомнил все-таки. Бля! Ох! Типа такого, да? Ванёк что, умер? Нет, я лечу задом наперед в трубе. А, нормально. Я умер. Я четвертый, пацаны, я четвертый. Я пока что первый, я ребята. И... Паша просто всех вначале впихнул, и говорит, первый. Ну, пацаны, я всегда буду первым. Да, потому что ты подлец. Потому что нечестный. Нет, слушай, ну... Волчара, фу. Ну еще. Я такой, ребят. Мне прикалывало то, что Саня такой всегда, типа, волчара, фу. А сам часы, да, короче. А сам часы. Я зашевлённый предмет, что-то выёживает. О, чё? Ничего себе. Ладно. Буксир? Офигеть. О, что это за Титаник какой-то, ребят? Ничего себе! Что это такое, алё?
Капец, вы далеко там улетели. Так, Паша, хочешь я тебя догоню? Да не, не надо, братан. Ой, нет! Давай, от вас на 32 секунды отстаю. Ты сейчас тоже... То же самое, то... Ах ты ж... Ах ты ж... Ах ты ж... Ну не, не. Ну, как вначале это делал, ну, Санёчек, Санёчек, как тебе там это... Брызги, брызги. Поднажби. Пакет. На! Ёлки, это пейстер. Как так-то, алё? О, что это такое, смотри, слушай. А. Чё это? Как перейти в режим другой, на X вроде, я не помню. На E вроде. Или на X. На F. На F? Да. На F? Удержать. Моментально ускориться. Нажми на F. Да. Особенно когда в самолете летишь. Парни. Alt F4. Alt F4 Enter, да, вот. Да. Alt F4. Вы поняли, да? Не нажимай! Торно! Нажимай! А ну что, Паша? О, ничего себе. Я по твоим советам живу, по твоим законам. Ага. Так, слушай, я опять самолетиком стал. И это очень круто! Нет! Какие самолетики? Я тут еще на квадроцикле. Ничего себе. Нет, так, нет. А где чекпоинт? Он где-то внизу. Я чекпоинт не увидел! Видашь, где чекпоинт? Ну, удачи. Ах ты ж, я говнюк, я не увидел чекпоинт. А, блин, он тут был. Я его не увидел, чисто. Мышкой управлять так неудобно, на клавиатуре нет времени менять. Да. А, минус щелик, взорвался просто передо мной. Так, слушай, а ты где? Ускорение вверх. Я в трубе, вы где, пацаны? Я только вылетел. Слушай, я вроде как ускорение вверх, тоже за ним. Лечу, куда лететь, алё? А, я понял. Так, все, залетел. Я парашютистом стал. Чего? Вообще прикольно, кстати, гоночка такая. Парашютист! Знаете... Напряжная. Я бы сказал, она офигенная, потому она что офигенная, да, красочная. Использует столько переходов, трансформаций и так далее. А ты ж говнюк. Я за тобой еду. На первом месте. А я за тобой. Я парашютист. Не, я на первом месте. А я за тобой. Что, да? Я взял чекпоинт и умер или нет? Или я ничего не взял? Стоп, долетим, что ли? Я взял тоже. О, стоп! Я трансформации думал, не долечу. Я тоже так думал, но я долетел. Смотри, какой, ах ты маленький такой. Вау! Нет! Ой! Как это проходить? Видишь, как я это прохожу? Я просто в стенку ударился! Так. Второй круг. Кто-то был райд. Кто-то поставил два круга. Полрайд два счастлива. Да. Тут вначале. Ой, надо вниз. Так. Нормально. Так, ну мне кажется, второй раз с самолетами так типа везет. Мне кажется, я 100% сейчас. Да блин, я врезался! Ну. У Фантома там вообще все плохо, я так понимаю. Я бы сказал, что у меня тоже все плохо, потому что я сейчас лечу в трубе и сейчас намного хуже, чем раньше. Ну, кстати, вот если бы я не зафейлил вот той трубе перед, ну, вторым кругом, то я бы тебя догнал. Если бы ты не врезался в Саню, то было бы все. Да, если бы ты не скинул нас всех в начале, то мы сейчас... Я, кстати, Фантома вообще не скидывал, я только тебя нечаянно скинул и все. Потому что ты его, во-первых, остановил, он буст не взял, и ему пришлось перезаждаться. Ну, не знаю, все верно. Я понял, значит заговор ты против меня. Нет, да? Ребят, убивайте его, вообще офигевший. Ну, слава богу, то, что это не GTA режим, я тебе так скажу. Слушай, не GTA? Ох, печально. Я бы тебе пару бомбочек, так сказать, на твой лобешник навесил бы. А я бы тебя выстрелил просто. Ой! Не-не-не, пару бомбочек, пацаны. Не на лодках, конечно, когда открыто такой, так сказать, персонаж полностью туда, можно и как бы. Блин, я еще валю на самолете. На-на-на-на-на. Показалось, я еще валю. Гоночка очень прикольная. Гоночка вообще четкая, мне она очень нравится. Красочная. Это вроде как скайдайвинг называется, так я это помню. Это реально, что там, нет, скайдайвинг, это когда ты парашютом летишь на... Ну да, тут летишь очень вперед. Много. Так, смотри, Титаник, ты мне... А это реально вот игру бы напоминает. Вот зачем платить больше, если можно купить GTA 5? За 600 рублей. Так же и онлайн. Так. Ну, говнюк, давай, врежешься? Ну, нет, не врежешься. Так, я еду. Блин, это, конечно, все скучно и долго. Я капец от Паши там ушел. Да какой ушел? Я от бабушки ушел, от Паши я уйду. Сейчас ты зафейлишь, и я просто тебя нагну. Гоню. Конечно, братан, в твоих мечтах. Да? Понял, как это у тебя? Ты все нормально? У меня все странненько, пацаны. Ты сейчас за кого? Вообще за какую машину? Я сейчас за квадроцикл. Чего? Да, я только есть? Там, да. Ну, гидроцикл. А, гидроцикл. Гидроквадро.
Ой, пойми. Нет, нет, я пролетел. Подожди, ладно, пофиг. О, ну, уже машиной стал, ребята. Ах ты ж говнюк. А я тут зафейлил. Я тут зафейлил. Так, чекпоинт взял. Чекпоинт, давай. Может, поедешь? Нет. Давай, на Е, на Е. Нормально. Так, вот когда у тебя маленький самолетик и огромный трубы, но это неплохо. Ну ладно. А тут я уже вряд ли выиграю, если Тики только не зафейлит, но я думаю, он зафейлит. Я думаю, он зафейлит, ребята. Конечно. Ставь лайк, если знаешь. В моих мечтах. Ставь лайк, если думаешь, что Тики. О, ну почему? Так. Ой, что это за шум? Что это за шум такой? Это было очень опасно. Это у самолета такой или что? А это, наверное, какой-то шум такой жесткий от самолета, кажется, не? А что это? Так. Ну так, я... Их! Ё-моё, так, ребята, нормально. Очень не, мне нравится, мне гоночка нравится. Гоночка, да, она чёткая. А, так, да. Вверх, ускорение а, вверх! Я уже просто скайдаунлю, то что... А, да, понятно, и... понятно. Не знаю, как это говорить. Саня у меня на минуту, короче, сорвал. Вот это что-то. Ой, а чё за бред? Ребят, где это вообще-то показано, так ты остыть? Какой-то, какой-то очень жёсткий шум. На я русско. А, на Z получается, да? На Z, да-да-да. Так. А, я третий, я его обогнал. Я попробую сейчас. А что за... Ребята, я уже опять самолет, ребята. А что это такое? Так, слушайте, ребята, блин, мне надо быстрее к финишу, потому что какой-то очень жесткий шум меня... Что-то... А, нет! Я думал, вы ему сейчас. Я сейчас на финише, ребят. Будете самолетом, если трубы вылетаете, сразу финиш идет, если что. Да-да-да, я знаю. Так, слушай, а как мне тогда не финишировать, получается? Ну, либо не финишируют, либо вверх максимально пытаться поддаться. Не знаю, так, не знаю. Где у нас все? Так, ой-ой-ой! Нет, нет, нет! Фух, так, не взял. Видишь, не взял. Да. Фантомка, ты, давай, я тебя жду, у меня... Я лечу, пацаны, я у меня очень жесткий шум, а, что зачем это? Зачем ты раскрыл, без него быстрее же. Ой, нет, нет, нет! Так, возьми тачку, я так, буду просто его ждать. Это... На самом деле, далеко еще Ваньку ехать. Так, да, еще где-то секунд, наверное, 20, сколько да? Сколько фантом? Нет, 47 секунд, фантом. Алло. Только после а этого. Что это такое, ребята? Ну да. Что это такое? Так, ладно. Ну, 7 секунд, вот сейчас уже секунд, наверное, да, 25, 20. Так, вот, да. Я вижу, кто-то летит. Здесь пролетаешь, да, вперед, 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 вперед. Все, взял, взял. Ну что ж, ребята, вот такой вот видеоролик подходит к концу. Если вам он понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Флейзин, всем удачи, всем пока, народ.